В Новосибирске продолжается фестиваль Эдуарда Артемьева. Автор музыки к фильмам Тарковского, Михалкова и Кончаловского на несколько дней приехал на родину. В филармонии накануне состоялся первый концерт, а сегодня, перед вторым выступлением, композитор встретился с губернатором региона. На прямой связи со студией сейчас находится мой коллега Алексей Кудинов, который готов поделиться подробностями. Добрый вечер, Александр. Действительно, только что завершилась встреча губернатора Новосибирской области с композитором Эдуардом Артемьевым, нашим земляком. И вот этот факт мало кому известен, к сожалению. И вот, что тоже интересно, и региону 85 лет исполнилось, и композитору Эдуарду Николаевичу совсем скоро будет 85. То есть вот они ровесники с Новосибирской областью, и этот факт губернатор, конечно, не преминул отметить. На встречу посожалел, что вот накануне не смог прийти на первый концерт фестиваля. Вчера, напомню, в зале имени Каца прозвучал реквием, который Эдуард Артемьев сочинил несколько лет назад. И вот это сочинение он считает одним из самых лучших в своей творческой биографии. Но фестиваль не один день длится, и завтра еще один концерт. И губернатор сказал, что, конечно, обязательно придет на этот концерт. Думаю, что, наверное, нет уже билетов в зал имени Каца, в филармонию, потому что вот завтра будет звучать киномузыка, по которой Эдуарда Артемьева знает, ну, большинство поклонников его творчества и поклонников современной музыки. Я все-таки инертно отношусь ко всяким этим, я не переживаю абсолютно. Даже знает, или не знает. Но это не мое дело совершенно. Знает единицы совершенно. Но меня это никак не волнует. Сам фестиваль Эдуарда Артемьева в этом году впервые прошел в нашем регионе. Он включил в себя не только два концерта, но и большую творческую встречу. На нее пришло более 400 человек. И композитор на встрече с журналистами немножко сожалел, что не так часто приезжает в Новосибирск, не так много здесь концертов давал. Но я уверен, что его окружили настоящей любовью поклонники. Эдуард Николаевич сказал, что, конечно, старается вот максимально время посвящать не поездкам каким-то по регионам, а творчеству еще очень много планов, и нужно все успевать, все делать. Но я думаю, что он вот был окружен любовью и, конечно, не постарается еще приехать в Новосибирск, тем более, если так получится, и фестиваль будет не каким-то единственным событием, а получит какое-нибудь продолжение. Ну, во всяком случае, творческий багаж этого композитора огромен, и я думаю, что публика с удовольствием познакомится с новыми произведениями Эдуарда Артемьева. Александр? Спасибо. Алексей Кудинов о фестивале композитора Эдуарда Артемьева.